Ну и сейчас предлагаю обсудить вообще, какие меры принимаются, чтобы снизить аварийность на дорогах. Я приглашаю к нам в студию нашего эксперта. Это официальный представитель Комитета административной полиции МВД Актоте Буранова. Это Проходите, Махановна. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Проходите к нам. Присаживайтесь. Вы видели только что графику, и мой коллега Тимур тоже об этом проговорил. В два раза почти выросло количество ДТП в Казахстане. Это больше 15 тысяч. Это объясняется? Это можно? Я могу объяснить? Да, вот что комитет делает для того, чтобы снизить количество ДТП и повысить уровень безопасности на дорогах? В первую очередь это поменялось правило регистрации дорожно-транспортных происшествий комитетом правовой статистики и специальных учетов. То есть раньше, они в этом году с января или с февраля начали, внесли изменения в приказ о регистрации дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, после этого раньше, например, если скажем, без медицинских утверждений, утверждений, то есть если человек не показывается, не получает, не отправляется. Медицинские услуги, то это не регистрировалось как дорожно-транспортное происшествие. Сейчас так, они все поменяли, то есть любое дорожно-транспортное происшествие, любое касание, наезды, все регистрируется как дорожно-транспортное происшествие. Поэтому и статистика. Поэтому и мелкие дорожно-транспортные происшествия, поэтому и количество так и выросло. Главное, это помогает? Сейчас работа, вот они начали в этом году, мы будем смотреть. То есть я сейчас хочу сказать, самое главное, смертность на дорогах, она остается стабильной. Да, большие цифры, но тем не менее, в сравнении с прошлым годом, число погибших остается стабильным. То есть меньше или больше? Стабильным. Стабильным это не больше и не меньше. Но лучше, то есть мы делаем работу, чтобы уменьшить это число. Uh-huh. Если в сравнении говорить, это, например, ежегодно мы теряем более 2000 человек. Но 10 лет назад мы теряли более 4000 человек. Поэтому, если сравнить, работа при надзоре за дорожным движением ежедневно, это в первую очередь акцент на профилактику. Смертность наверняка связана с вождением в нетрезвом состоянии, да, зачастую. А планируется ли ужесточение наказания за нарушение ПДД, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии? Если помните, в 2021 году было ужесточение именно за вождение в нетрезвом состоянии, то есть там предусмотрено 15 суток административного ареста и 7 лет лишения водителя удостоверений. Я бы сказала, дорожно-транспортные происшествия, да, уменьшаются, но тем не менее ответственность водителей не улучшается. То есть даже при ужесточении сейчас уже наблюдается, как бы, что водителей, как бы, безответственных водителей ничего не останавливает. То есть они готовы платить высокие штрафы, но продолжают водить в нетрезвом состоянии. Сейчас прям сделаем паузу, продолжим говорить об этом, перейдем к вашим коллегам из Кустанайской области. Новые способы контроля дорожного движения внедряет полиция Кустанайской области. Связано это со сложной аварийной ситуацией в регионе, говорят инспекторы. Только в областном центре с начала года зарегистрировали почти 350 ДТП. По данным местной полицейской службы, рост по сравнению с прошлым годом на 209%. Поэтому помимо основных патрульных нарядов, с августа по трассам и улицам региона курсируют 10 специальных служебных машин без опознавательных знаков. Таким образом, нарушители выявляют по методу так называемого скрытого патрулирования. Автомобили оснастили комплексами фото- и видеофиксации. Они определяют категорию и скорость движущегося транспорта, говорит заместитель начальника отдела местной полицейской службы Алмат Хармсаков. Автоматически распознает, передает в процессинговый центр, где дальше информация обрабатывается, и в автоматическом режиме направляется уведомление лицам, которые превысили скоростной режим. Штраф приходит по почте. С 25 августа по настоящий день выявлено уже 1684 административных правонарушения, это превышение скоростного режима. Актут Ханым, вот мы начали этот разговор, и сразу, моментально, мне кажется, наши казахстанцы подумали об одном. Люди элементарно не знают правил дорожного движения и не умеют водить. Вот с этим как вы работаете? Взаимодействие с водителями? Убрали самоподготовку, вернули автошколу. То есть, если так посмотреть, тот человек, кто не обучается вообще, он не знает элементарную культуру вождения. То есть ребенок, если в школе научится писать, читать, точно так же в автошколах водитель обучается первым навыкам. Азам. Первым навыкам. То есть если сейчас очень много
наблюдается элементарно, вот то, что коллеги из автошколы говорили, элементарно не знают проезда перекрестка. Не знают, кому уступить, когда проехать. Это, кстати, в большинстве случаев является плохо, первой основой ДТП. Да, потому что в населенных пунктах четверть, то есть каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие, это наезды на пешеходов. Да, со стороны пешеходов тоже допускаются нарушения, они переходят дорогу в неустановленном месте. Элементарно 5-10 метров пройтись, это как бы да, получается им важнее, нежели их жизни, здоровье. То есть, как бы, в любом случае хочется сказать, чтобы все участники дорожного движения всегда были внимательны. Вне зависимости, это водитель или пешеход. То есть, от себя начинается и культура держания, вождения, имеется в виду на дорогах, чтобы не было несчастных случаев. То есть, ответственность должна быть с двух сторон. Да. Ахтота ханым, спасибо вам за эту информацию, терпение и, конечно же, контроля вам побольше на дорогах.